nice. Karma. Thanks for that. Что, ребят, не ждали? Да-да, Формула-1, но не синглплеер, а мультиплеер. Я решил посмотреть, что творится в ранговых играх и вообще, что творится в принципе в мультиплеере. Да, я видел то, что творится по роликам, но все же может быть ситуация не настолько плохая. И поэтому я решил, ладно, пройду здесь калибровку этакую, то здесь есть ранги и также еще есть ранг безопасности. Что же, первая гонка у меня должна была быть Монако, но я не успел. Слава тебе богу, фух, я не попаду в мясорубку. В следующем же лобби я нашел гонку с Австрией, и квалификация начиналась в дождь. Также я не успел выбрать сетап нужный, из-за чего мне пришлось настраивать дифференциал и баланс тормозов. Но, в принципе, даже с таким настройком я проехал в принципе неплохо, если даже учесть то, что я не ездил в Формуле 1 порядка 3,5 недель. За это время я успел подрастереть формулу, забыл часть точек торможения, из-за чего тупил иногда, что, собственно, вы и увидите дальше. Но, в принципе, я проехал неплохо все гонки, что мне надо было отъехать в калибровке. В калибровке надо отъехать 5 гонок. И да, ладно, я скажу то, что одну я точно не отъехал, это была Франция. Она должна была быть третьей гонкой, но я не знаю, что произошло, просто FPS дропался. А когда уже гонка, по сути, загрузилась, у меня просто стало 2 кадра, игра зависла, и по итогу гонку я не проехал, но мне ее защитили. Ладно, пока я пытаюсь кое-как доехать эту квалификацию в Австрии в дождь, проговорим про матчмейкинг в F1 и про ранги с очень важным рейтингом безопасности, который по большей части не зависит от вас полностью. Почему? Потому что все, что от вас там зависит, это срезки. Контакты — это вообще тут отдельная история. Ты можешь просто сделать небольшой контакт, но тебя засчитают виновником этого контакта, навесит тебе еще штраф 2 секунды, и вообще будет зашибись, как у меня было в боку, как вы могли увидеть в начальном футаже, когда человека развернуло, я просто не успел на это среагировать, въехал в него, ну мне просто деваться некуда было. Точнее, было куда, но я просто поздно допер до этого. И по итогу получил 2 секунды штрафа. Австрия началась для меня офигенно, я пропустил точку торможения, из-за чего я въехал в чувака, который шел на втором позиции, убил нас двоих по сути, то есть заруинил и себе, и ему гонку, и по итогу мы начали с ним прорваться с последних позиций. По крайней мере, мы это делали крайне активно. Также нашему прорыву способствовало то, что люди тоже друг друга выбивали, как вы могли заметить, просто чувак разложился на трассе после контакта с кем-то. И вот так вот постепенно я проходил оппонентов. И, в принципе, Австрия была единственной из 5 гонок, которые были интересны. Ну, Франция, я, конечно, не знаю, как бы сложилась. Но, по крайней мере, в Австрии хоть была хоть какая-то борьба, поскольку в Баку, ну, все пойдет не так, как нужно. Вот, впереди опять воюют между собой гонщики, ломают передние антикрылья себе, что мне на руку, поскольку в Австрии нужна прижимная сила в некоторых поворотах, и за счет этого можно все-таки быстрее них проходить. Потом парень решает просто по внутренней траектории залететь, сразу выбил 2 пилотов, прошел их, за счет этого я еще их прошел, и уже начал за ним ехать в слепстриме, думаю, уже где атаковать буду, ну, решил в конце прямой, но при этом торможу в той же точке, где обычно нужно, он же тормозит чуть позже, но здесь словно при этом крылом проходит поворот медленнее, выходит с него медленнее, я смог поравняться с ним. Ну и потом случилось то, что он в повороте меня просто выпихнул. То есть вот он повернул еще зачем-то вправо, хотя он спокойно умещался, но он решил почему-то меня закрыть. Хотя у него есть стрелка, и он должен был видеть, где я в тот момент находился. По итогу я вылетаю, у меня проходят 2 парня, которые шли позади нас, и все начинается по новой. Ну как по новой, я прохожу этого челика, потому что он не может никак пройти в скоростных поворотах. Потом ошибаюсь, чуть ли не влетаю в парня, и немного я его отпустил. Но на том же кругу я его уже на прямой второй догнал, и за счет слепстрима и ДРСа смог обойти. Также у него повреждено переднее антикрыло, за счет чего я в поворотах был быстрее, чем он. А также за счет стандартного еще сетапа я имел большую скорость в поворотах, и за счет этого я смог поравняться по внешней траектории, и уже в следующем повороте по внутренней все-таки его дожать, и погнался я уже за впереди идущими оппонентами. В принципе, они там между собой разобрались, я догнал того человека, который отстал от этого всего дела, он также, как я понял, очень плохо едет. И либо у него повреждено переднее крыло было, что его так снесло в повороте, либо же, ну не знаю, он просто не вписался. Я решаю его опередить в предпоследнем повороте, но совершаю роковую ошибку, слишком сильно беру вправо, по итогу режу по поребрику, и мне дают, естественно, нелегальный обгон. Я думаю, как с этим быть. Сначала подумал, ладно, может быть, оторвусь, но потом думаю, ладно, под конец прямой просто подотпущу газ,
и просто пропущу его. Но я мажу с точки торможения, по итогу я вылетаю, меня никто не проходит, то что там сзади позади тоже идет борьба, и я ловлю штраф в 2 секунды. Соответственно, лучше бы я просто бы ехал в своем темпе бы и смог бы оторваться от позади идущего парня. Потому что по итогу мы так же и закончили, я финишировал по сути на 5-м месте, но из-за штрафа откатился на 6-е место, а позади меня парень получает мое 5-е место. Ну, в принципе, неплохо, если считать, что я, по сути, в начале гонки себе все заруинил, плюс еще одному парню все заруинил. Но 6-е место, в принципе, неплохое начало. Могло быть, правда, и лучше. Потом у нас случилось Баку, в котором я провалил свою квалификацию и стартовал в середине пелотона, где происходило просто мясо. Я решил как можно сейвовее тут проехать и по итогу пропустил большую часть пелотона, которая была позади меня. Во втором повороте убилась еще одна часть, я тут еще промазал с поворотом, поскольку я не мог поворачивать влево, ибо у меня там были болиды. Ну и пришлось немного воспользоваться задней передачей, еду по прямой, справа от меня там кто-то сталкивается, и еще чувака кто-то развернул, либо он сам развернулся, не знаю. По итогу вся гонка тут же проиграна, поскольку я просто не мог доехать до конца нормально. Ну и также потом у меня еще случилось... Данная ситуация, после пит-стопа замечу то, что я сделал пит-стоп, хотя гонка здесь идет 5 кругов. Я не стал ставить большую дистанцию, поскольку, ну, больше не особо это хорошо, и больше будет искать игру. Случилось такое то, что у меня просто парень, ну, грубо говоря, меня уничтожает переднее крыло. Тем самым мне пришлось закончить на подраненной машине. Потом квалификация Монца, где я догнал сейфтикар в квалификации. Что он там делал, я вообще не представляю, и у меня загадка большая, что он в принципе там делал, почему он там вообще ехал. Ну ладно. Старт, я его проваливаю, да, я стартовал с пол позишена, проваливаю его, собственно, раньше торможу перед первым поворотом, тут влетает просто парень, меня проходит по внутренней части траектории, там кое-как мы все более-менее зашли, еще кто-то вернулся очень небезопасно на трассу, ну ладно, я хоть выжил, и можно продолжать гонку дальше. Что, в принципе, и произошло, как я понял, тут все выкрутили свои крылья в 1-1, из-за того, что все в Аскаре просто вылетали, или в скоростных поворотах вылетали, что является ошибкой, поскольку 1-1 крылья вам тут не даст такого большого эффекта, нежели 2-3 крылья, которые вам дадут такую прижимную силу, и вы сможете в поворотах нормально ехать и выходить из них быстро. Что, собственно, я и замечал, я выходил быстрее всех из параболики, из Аскари и также из первого лезма. Но впереди меня там началась драка за первую позицию, я же постепенно к ним подъезжал, позади меня еще один был парень, но мне самое главное было обойти эту парочку, которая тут начинает не пойми что вытворять в шикане, по крайней мере лидер, который тут же теряет это лидерство. И я пытаюсь тоже его пройти, но пройти не могу, поскольку либо парень использует обогащенку и обгонный режим, либо же еще что-то. Позади там кто-то там в конце походу столкнулись еще, из-за чего были желтые флаги у нас на какое-то время. Ну и вторая шикана, я выхожу из нее опять же быстро, тут же уже начинаю потихоньку прессинговать впереди идущих парней. Ну и они постепенно подходят ко второму лезму, где они, собственно, и ошибаются, вдвоем вылетают. Похоже, там был контакт, как я заметил. Но, так сказать, это не мои проблемы со словами Хюлькенберга. Oh, thanks for that. Я поехал дальше. Потом у нас Сильверстоун, где я запорол квалификацию и просто срезал Maggots Baggots. Из-за того, что я просто по привычке начал проходить его так же, как в синглплеере, где у меня стоит простые срезки, где все-таки так можно подрезать. Но, в принципе, оно и к лучшему оказалось, поскольку у нас... Просто троица сразу же улетела за трассу, и по итогу остался я, лидер, и еще позади парень, который ехал очень и очень быстро. То, что я, по крайней мере, понял к концу трассы, поскольку отрыв у меня не увеличился, даже чуть уменьшался, поскольку я там косячил. То есть парень ехал плюс-минус со мной в одном темпе, и если бы он ехал рядом, то, возможно, у нас завязалась бы неплохая между с ним борьба. Но борьба у меня с ним не завязалась, поскольку я был в 2 секундах, и никак он меня догнать не мог. Лидерство я себе вернул, по сути, к концу трассы, и без проблем финишировал. Ну, в принципе, ожидаемо. Никто мне сопротивление не мог оказать, кроме одного парня, но он был, опять же, очень и очень далеко. То есть, и также мне помог в этом тот гонщик, который был у нас на первом месте до этого. Конечно, радоваться таким победам не стоит, поскольку, опять же, лобби было пустое, и, по сути, мне никто не мешал. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока, и удачи вам. Возможно, скоро будет Формула-1 полноценная, так что ждите. И да, руль я не починил.